каждый раз на конференции узнаешь какие-то новые детали, новые нюансы, которые, в общем-то, обязательно буду внедрять в реальной клинической практике. Сегодня впервые, что характерно и знаменательно, в программу конференции у хирургов вошел доклад по медицинской реабилитации, по помощи, которая должна сопровождать работу сосудистых и нейрохирургов. Это имеет принципиальнейшее значение, потому что нарушения мозгового кровообращения, различные этиологии стоят на первом месте по инвалидизации населения. Очень сильно затронула тема артериовенозной мальформации у детей, которые представили наши китайские коллеги, поделились опытом. У детей часто бывают реканализации, поэтому такое вот деление опытом – это на самом деле очень позитивное мероприятие. Наша специальность меняется, появляются новые инструменты, новые подходы, новые воззрения на то, что мы делаем. И поэтому вдвойне приятно, что мы остаемся, я считаю, что на острие развития интервенционной нейрорадиологии. И сегодня имеем возможность еще раз немножечко стать лучше в той специальности, где мы все работаем.